я вас поздравляю всех с началом третьего этапа проекта «Студлидер Военмех 2017-17» в институте, в нашем университете. Это уже становится традиционным, проведение заключительной онлайн-конференции по защите проектов мероприятий, которые вправе быть отражены в перспективном плане студенческого совета на 2017-2018 год. Сегодня каждая из команд, которая подготовила проект, показывает свои видеопрезентации. Я прошу вас всех внимательно их смотреть. Цель сегодняшней онлайн-конференции не сказать, почему плохой проект, а наоборот, может быть, у вас появятся интересные идеи для того, чтобы этот проект расширить. Проект своих друзей, проект своих соперников бывших. Теперь вы не соперник. Теперь вы дружный актив, лидеры, которым предстоит на следующий учебный год, то есть на этот учебный год, эти проекты воплощать. Все ваши проекты прошли апробацию в студенческом совете, в УКВР, поэтому мы надеемся, что сегодня будут интересные презентации. На ваши проекты вам ответят в онлайн-конференции те, кто смотрит нас в институте и в Санкт-Петербурге. Я вам желаю успехов и надеюсь, что мы с вами в этом году покажем очень интересные результаты проекта «Студлидер 2017». Успехов! Пожалуйста, Милена, студсовет, начинаем.